Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 6 мая 2019 года. Вы не поверите, Яндекс показывает температуру 20 градусов. Ну, сегодня пасмурно, небо серое, как вы можете это сейчас наблюдать. И я нахожусь на пляже в дюнах в районе пансионата «Кристалл». Вот он за моей спиной. Ну, я не знаю, вот эти красные крыши, наверное, тоже «Кристалл», но зеленые точно «Кристалл». Вот там я так вот обычно выезжаю, вот мой стоит велосипед. Это дюны, это море. И море сегодня тихое, ну, практически тихое. Все это время, последние дни, штормило. Это видно по мусору, который там дальше я проезжал. Ну, и сейчас здесь можно тоже видеть палки, сигаретная пачка, мелкие палочки различные. Вот. Ну, видимо, что сегодня трактор тут немножечко боронил и собирал, скорее всего, мусор, потому что вот видно, что техника здесь работала. Ну, там устанавливают навесы, и рабочие красят каркасы навесов, и такой запашок там стоит. Я хотел там остановиться сначала, но потом проехал сюда. Здесь запах, ну, практически не ощущается. А здесь вот я вижу, идет дождик где-то в море далеко. Он прошел стороной, немножечко на меня покапал. Я хотел проводить трансляцию, но потом думаю, нет, надо, если дождь разойдется, трансляцию я провести не смогу. А вот быстренько-быстренько снять несколько минут видео я могу. Ну, что мы, сейчас, наверное, просто посмотрим на море, послушаем волны. Вот так, сейчас я установлю камеру. Ракушек много, конечно, здесь. Вот, кто любитель пособирать ракушки, приезжайте вот сюда, вот подальше немножечко, в район Кристалла, а там дальше их еще будет больше. Здесь много всяких, много ракушек можно найти. Да, вот.
поговорил по телефону, пока вы тут смотрели на море. Ну вот люди там тоже вот собирают каких, видимо, не знаю, ракушки какие-нибудь. Вот, ну можно вот так вот еще здорово, вот когда нет ветра, когда тихо, спокойно. Вообще так можно просто ходить и погружаться в нирвану. Дождик пошел, но вода, конечно, сегодня очень так радует, чистая. Да, вот я смотрю, вот за этим перевалом. Дождик идет. Ну вообще, конечно, так сегодня. Друзья мои, ну, во-первых, прошу вас подписаться, если вы зашли на канал впервые. Ставьте еще, нажмите на значок колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.
пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, в общем, участвуйте в жизни моего канала каким-то образом, вот, чтобы, ну, стимулировать меня. Ну, сегодня я не пойду в дюны. Ой, ну ладно. Все, наверное, на этом закончу сегодняшний репортаж. Но вот даже в такую погоду, когда нет ветра, ну, на море находиться, ну, замечательно. Просто гулять, о чем-нибудь размышлять или наоборот, ни о чем не думать. Смотрите другие мои видео, которые появятся сейчас здесь. Подписывайтесь на канал. И всего вам доброго. До следующих встреч.